Ветеран Александр Владимирович Любимов готовится встречать волонтеров, которые пришли поздравить его с наступающим 23 февраля. На пиджаке в том числе орден Красной Звезды, одна из самых значимых боевых наград. Им Александра Владимировича наградили за то, что он под обстрелом форсировал Дунай. Говорит, для него 23 февраля – важный день, который на фронте отмечался особо. Она отмечалась уже, как говорится, в семейном кругу. В отделении, во взводе или в роте. И более того, даже стремились какой-то подарок сделать на своем участке для армии в целом. Допустим, и там отвоевать какую-нибудь позицию. Александр Владимирович рассказал волонтерам о своем боевом пути. На фронт ушел в 44-м году. Прошел Венгрию, Австрию, участвовал во взятии Вены. Волонтеры говорят, сейчас важно поддерживать ветеранов. И делами, и простым общением. Важно помнить о ветеранах не только 9 мая. Мы должны им уделять внимание, заботу каждый день. Акция «Вам любимые», когда волонтеры поздравляют самарских ветеранов с 23 февраля, проходит ежегодно. На протяжении недели ребята будут приходить с цветами и подарками к участникам войны. А в преддверии 8 марта навестят женщин-ветеранов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.